Всем здравствуйте, это мой первый видеоотчет. И я хочу поделиться с теми людьми, у которых такая же проблема, как у нас. У меня есть дочка, ей 4 года, когда ей было 2 годика, мы заметили, что она не развивается так, как обычные дети. Она ходила обычный детский садик. Там она отделялась от других детей. Дети сами по себе, она, то есть моя дочка, сама по себе. Мы обращались в народную медицину, ходили к разным врачам. Этими похождениями мы упустили много времени. Потом мы ездили в Астрахань. Там нам поставили диагноз СПРРС, аутическими спектрами. Вот. В YouTube я видел разные видео с названием «Аутизм излечим». Вначале мы не поверили и думали, что это гипноз. Вот. Разно бывает. Везде, куда бы мы ни ходили, кому бы не обращались, где бы ни читали, взяв себе, вот, ну, твердили одно, что аутизм неизлечим. Однажды мы с женой, взяв себе в руки, с надеждой решились позвонить Давиду. Вот уже провели 6 сеансов с Давидом, после чего наша дочка стала спать спокойно по ночам. Раньше по ночам несколько раз вставала, кричала, иногда плакала. Было расставанием бутылочки, а сейчас стала пить жидкости без бутылочки. Днем она скрипела зубами, в данное время перестала. Раньше она выбрасывала этикетки конфет, куда попала, а сейчас она сама сразу же выбрасывает мусор на ведро. После этого у нас появилась надежда, вера и чудо. Всему этому спасибо Аллаху, который помог встретить такого человека, как Давид. Мы с семьей благодарим его за доброе сердце, за его отзывчивость, помочь каждому, у которого такая боль на сердце. Огромное спасибо Давиду.